с открытием этой конференции, приветствуем в этом зале от администрации института. И хочу сказать, что, казалось бы, почвоведение и астрогеология совершенно, в общем-то, отдаленные вещи, но в действительности это не так. Ведь в этом зале уже проходят три конференции, посвященные астрогеологии. Это европейская конференция, которая здесь была в 2010 году, и после этого вот вторая российская. Направление, которым занимается институт, это экологические функции почв в биосфере. Соответственно, мы занимаемся исследованием и ранних этапов почвообразования на Земле, исследования биокостных взаимодействий, исследования мерзлотных грунтов и сохранения жизни в криолитозоне. То есть разные аспекты, которые полезны для астробиологических исследований. Те подходы, то, что говорил Алексей Юрьевич, которые могут быть использованы при исследовании почв для задач астробиологии, активно развивается в институте, и я думаю, что вот на конференции часть этих материалов будет представлена, нам будет над чем потом всем задуматься и не спать ночами, как говорит Алексей Юрьевич. Так что пожелаю всем нам... И не надо нам спать, не спать ночами. Еще раз рад вас приветствовать.